Доброе утро, уважаемые петербуржцы. Да, Светочка, частенько. О погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Прелестное, солнечное, бодрящее, голубоглазое осеннее питерское утро. Очень хорошо на улице, даже несмотря на то, что ветер весьма ощутим, юго-западный, западный днем 4-7 метров в секунду, уже и сейчас ощутим. А температура воздуха в Петербурге сейчас 11, днем 14-16, атмосферное давление составляет 764 миллиметра ртутного столба, и днем будет слабо расти, относительная влажность воздуха 64%, ветер, я уже говорил, юго-западный, западный 4-7, и уже сейчас ощутим. Ну да, конечно, что-нибудь тепленькое на себя набросить стоит, брать ли с собой зонт, решайте сами. Пока в первый дня, я думаю, что осадков не будет. А там поживем, увидим. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Хороших вам выходных. И до встречи. Пока.